Дорогие друзья, я очень рада, что вы не забывайте про наш прямой эфир, не забывайте про наш WhatsApp-номер. Так, абонент с последними цифрами 7675 пишет: «Дорогого любимого сына Семена Позынича поздравляем с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, семейного счастья. Подпись: мама и папа, мы тебя любим». Замечательное сообщение еще есть у нас. Абонент с последними цифрами 7255 пишет: «Дорогую любимую бабушку Тыканаеву Раису Васильевну с днем рождения, с наилучшими пожеланиями, Афанасьевы, Мирнинский район, село Арылах». Мы присоединяемся к поздравлениям и продолжаем наш утренний эфир. Как мы знаем, приобретение недвижимости, например, квартиры или частного дома, это ответственный, трудный и порой даже рискованный процесс. Как не попасться на удочку мошенников? Как приобрести юридически чистую квартиру? Правильно. Конечно же, нужно воспользоваться услугами агентства недвижимости «Глобус». И я рада представить вам его руководителя Ингу Лазареву. Инга, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, для начала о себе, о вашей компании. Меня зовут Инга Лазарева, руководитель агентства недвижимости «Глобус». Конечно же, наша задача – это мы представляем интересы наших клиентов, это покупателей и продавцов. Сопровождаем сделку от начала до конца, то есть моменты консультации, оформления ипотеки, до заселения, до выдачи ключей. Мы являемся аккредитованными партнерами практически всех банков нашей республики Саха-Якутия, которые выдают ипотечные кредиты, да, по которым можно приобрести любой объект недвижимости. Соответственно, обратившись к нам, клиент одним кликом может отправить заявку во все банки одновременно. Да? То есть не надо ему ходить по морозу, стоять в очереди, получать в каждом банке консультацию и так далее. То есть приходит к нам, и мы можем оформить ипотеку, проконсультировать. Все под ключ, как говорится. Все под ключ, конечно, да. Угу. Инга, вы специалист, работаете в сфере недвижимости уже очень много лет, и наверняка можете сейчас охарактеризовать ситуацию на рынке недвижимости. Какова она? Ну, ситуация на рынке сейчас стабильная на данный момент, да. Могу сказать о том, что в сентябре этого года Центробанк, который контролирует все банки по России, повысил ставки по ключевую ставку, да, вообще по всем кредитам на 0,25%. Из-за этого с сентября месяца банки в среднем на 1-1,5% повысили свои ипотечные ставки. Но при этом могу сказать о том, что на данный момент ставки все равно ниже, чем были, допустим, 2 года назад, поэтому сейчас все равно выгодно приобретать квартиру по ипотеке. То есть все равно действуют все льготы, все акции, там молодая семья, зарплатник, да, бюджетные работники. Это все работает, поэтому не критично, ставки хорошие сейчас. Ну, а если необходимость вот прям бежать и успевать до Нового года брать ипотечный кредит, что бы после Нового года было? Ну, после Нового года эксперты полагают, что будет повышение цен на недвижимость, да, в первую очередь на новостройки. Соответственно, повысятся цены на новостройки, повысятся цены и на готовое, так называемое вторичное жилье. С чем это связано? Это связано с тем, что, во-первых, с января 2018 года будет увеличен НДС. Ой, 19 года, мы сейчас 18. Будет увеличен НДС с 18 до 20%. Конечно, это повлияет на стоимость строительных материалов, на повышение, да, строительных материалов. И, соответственно, это, конечно, отразится на конечную цену для потребителя, для наших покупателей. Да, это во-первых. А во-вторых, хочу сказать о том, что в прошлом году, в 2017 году, говорили о том, что вот в 2018 году должен вестись закон, который будет защищать права наших покупателей. Будет закон, отменяющий договор долевого участия, да? Так сказать, программу проектного финансирования, который будет защищать права, еще раз покупателей, повторюсь, да, не будет обманутых покупателей, которые остаются без денег и без квартиры, да, это что касаемо новостроек. На данный момент этот закон полностью не ввелся, да, он проектный. Я думаю, что в ближайшие годы он будет так поэтапно вводиться. Соответственно, он как бы... Этот закон, на мой взгляд, имеет какое-то двоякое значение. Да? В первую очередь будут защищены права наших покупателей, да, то есть
то есть покупая квартиру в новостройках, клиент будет уверен, то, что квартиру он получит, ключи вовремя все получит и так далее. Да, это во-первых. То есть будет гарант по данному закону. Но по данному закону будут такие очень такие жесткие требования для наших застройщиков. Uh-huh. И это, конечно же, повлияет на стоимость недвижимости, да, в новостройках. А когда в новостройках повышается цена, ну, как бы это влияет также и на вторичное жилье. Это все ожидается в новом году, да? Это все ожидается в новом году, как и в прошлом году ожидалось в этом году. Ну, в этом году, да, как бы, я говорю, поэтому поэтапно, скорее всего, будет, потому что проект довольно-таки сложный, его так одновременно, сразу ввести невозможно. То есть бояться не нужно? Бояться не нужно, да, поэтому те, кто планировал приобретение квартиры, да, улучшение жилищных условий, лучше с этим не оттягивать. Сейчас есть, у вас есть реальная возможность купить квартиру и встретить Новый год в новой квартире. Угу. Инга, мы знаем, что вы предлагаете своим покупателям, своим клиентам какие-то особые предложения. Расскажите, пожалуйста, о них. Да, мы сейчас готовим предложения для наших покупателей по новостройкам. То есть мы работаем с ведущими застройщиками города Якутска. То есть это СТ, УТУМ, Стройкон, Стройиндустрия, Высота и так далее. Да? При этом мы работаем только с надежными застройщиками, безусловно, да, которые вводят вовремя, которые строят, да, не будет долгостроем. Да, конечно, это все мы учитываем. Соответственно, сейчас спрос на новостройки очень большой, поэтому то есть у клиента, да, застройщиков же много, да, клиенту нужно позвонить каждому застройщику. Каждый застройщик, конечно, будет предлагать свои квартиры, да, говорить только про преимущества и так далее, да. А здесь мы поступаем таким образом, да, то есть мы организуем тур по новостройкам уже в эту субботу, 17 ноября. На своих комфортабельных теплых машинах. Участие для наших, для всех клиентов, оно будет бесплатное. Соответственно, у клиентов есть реальная возможность реально посмотреть, да, ознакомиться с объектом, какое идет ли там строительство, да, какие там идут, какой этап, кому подойдет этот объект недвижимости, да, потому что потребности у клиентов всегда разные. Конечно. Инга, да. Как вас найти? Как записаться вот на это? Записаться на тур по новостройкам очень легко, нужно лишь позвонить по номеру 730-689, мы записываем, а так мы находимся по адресу Глухой переулок 2/1, это бизнес-центр Портал называется, кабинет 201-215, агентство недвижимости Глобус.